Привет, с вами Диана Лауши и наша рубрика «Китайский с нуля». Вы уже посмотрели наши прошлые выпуски? Не рекомендую просмотр этого видео, пока вы не ознакомитесь с теми. Ссылочки оставлю внизу. Ну а всем остальным добро пожаловать в мир коварных согласных звуков. Часть первая. И начнем мы со звуков «дз», «ц», «х» и «с». Все эти звуки являются шипящими, и при произнесении нам необходимо прижать кончик языка к задней стенке передних зубов. Попробуйте. Ну что, вы прочувствовали положение языка во рту? Теперь давайте начнем. И начнем мы со звука «дз». Представьте такое надоедливое-надоедливое насекомое. «Дз», «дз». Именно этот звук нам и нужно спародировать. Итак, звук «дз» — это сочетание «ц» и «з». Только ни в коем случае не нужно их разделять. «Дз». Дз. Попробуйте. Следующий звук ц. Он очень похож на русскую ц, разве что нужно добавить побольше напряжения. Ц. Ц. И помимо этого, этот звук произносится с придыханием. Ц. Ц. И последний звук из этой троицы с. Он тоже очень похож на русскую букву, но опять-таки добавляем напряжение. С. С. Давайте объединим все знания, которые мы получили. Гласные, согласные и тоны. И посмотрим несколько примеров. А вы повторяйте за мной. Итак. Цао. Цао. Цо. Цо. Сан. Сан. Молодцы! В следующем выпуске про коварные согласные нас ждет знакомство со звуками ди, ти, си. Оставайтесь с нами. Пока!